Всем привет, ребят. Телефон от моей любимой компании, в кавычках, Юмидиги. Я думаю, что все в курсе из Байсона. В первый вообще был прикольный и самый лучший в камере, что у меня было. Что они изменили? Они взяли в такой же самый в телефон, единственное, установили в процессор чуть-чуть покруче. У них идет, надеюсь, что видите, актуальный Android, идет экранчик из Full HD, и в теории с тех пор абсолютно ничего не изменилось. Но я смотрел от распаковки там, ну, всех блогеров, они рассказывали, что, блин, такой классный вообще стоит покупать. Вот, ребят, ну, давайте взглянем и вообще что к чему. Извините за упаковку, сталкиваемся иногда и с таким. В комплектации шнурочек идет, естественно же, из USB-C идет, тут вполне комфортно, в питание идет пятерка 2 ампера, в девятка 2 ампера. Классно, вполне, для телефона за $150 я считаю, что все круто. Изначально он был, ну, в пленочках, все красиво упаковано, но извините, вот я все вскрыл, знаете, чтобы, ну, хотя бы чуть попользоваться, и будет в таком случае уже чуть комфортнее. Честно, структура, вот мне вот как сделана спинка, вообще супер. Я считаю, что идеально. У меня вот есть у Китэл пришел. Не, у Китэл интереснее, но он крупнее просто смотрится. Но в любом случае, в плане дизайна сделали все классно. У нас здесь типа в три камеры, вспышечка и термометр. Я не знаю, для кого он надо, тем более, что измеряет он вообще плохо, но это такое дело. Тут в динамик у нас есть крепление, в питание идет. В чем плюс, что вот нет ни заглушек, знаете, в которые в любом случае вы пользуетесь и ломаются, и все полностью. С микрофончик. С ободками, вот видите, я надеюсь, что вы так вот в камере видите, что здесь сделано, что если телефон упадет, то все классно будет. Но вот честно, вот мне не нравится, вот как сделан сам экран. Он идет из выступа и не закрывается. Ну хотя в целом тут нет. Вот тут, я надеюсь, вы увидите, вот есть чуть-чуть и защиты. А тут экран полностью, 100% будете покупать его, естественно же стекло к нему покупайте. Вставочки из металла, идет дополнительная кнопочка, сканер идет и комбинированный. У нас идет или две симки, или симка и карта в памяти. Тут, извините, но сталкиваемся и с компромиссами. Еще дополнительная кнопочка, да, компания поиздеваться вот решила и все кнопками, знаете, сделать, чтобы мы не знали, куда, ну, что жать. Кнопка включения, кнопки громкости, я так думаю, что все поняли. По экранчикам, там спецификации, я думаю, что все и так знают, блин, с теми кнопками, вот просто, чтобы вы увидели вот это диво и это, ну, на сканирование лица. Ты включаешься и срабатываешь или нет? Ага. Оказалось, и не там, и не там. Но смотрите, вот тут и с капелькой идет, тут у нас клитор. Я надеюсь, что все увидели, так же самое и внизу. Честно, ну, знаете, для каждого покупателя в любом случае будет комфортно. Я сканер сделал, чтобы сбоку. В целом включается вполне в комфортно. В теории у нас еще есть и сканирование от лица, в которое должно иногда включаться. Но чего-то, а ну еще раз пробуем. Или за то, что камера включена. Не, включается. Включается и срабатывает, все вполне окей. По яркости экрана, скажем, вот смотрите, включено по максимуму. Я специально вот взял из заставочки и первую, и вторую, чтобы в похожие и шли, чтобы, знаете, вот не говорили, что я там, ну, в похожие, не такие же самые. Тут 100% и тут 100%. Я вам скажу, что впервые, вот знаете, вот Юмидиги сделал еще экранчик вполне окей. Да, он красивый и яркий. Вчитаемость в любом случае, при солнце, в любых условиях окажется вполне комфортнее. Встречает нас в типа в чистый Google. У нас есть и Google от лента. Все вполне в комфортно, в претензии от, вообще к нему абсолютно вот не имеем. Единственное, что уже вот нет диктофона. Вот ребята в компании Google сказала, чтобы диктофона в телефонах вот не оказалось. И, конечно же, все в компании сказали. Ну, сказали так надо, значит, мы
что убираем. Но включается и в плане, знаете, в плавности и работы, вот на, ну, я в шоке, но все-таки он включается и срабатывает вполне комфортно. Вот, ребят, я просто, знаете, попутно попытался попользоваться им как дополнительным телефоном. Я вам скажу, что это просто вообще Юми изменилось. Вот мне все писали, что им динамик плохой попался. Так, извините, вот здесь, пока я не включу, я включу изображение, чтобы вы увидели, вот что у нас делается с Ютубом в конечном итоге. В качество там включается, по-моему, вплоть до 4К, да, настройки. Есть другое. 2К включается, ребят, но учитывая, что я использую телефон и интернет, естественно, в такого удовольствия мы вот не увидим. Но изображение вот действительно и красиво, и ярко идет. И знаете, вот в первая вот распаковка и шла у меня, я изначально сказал, что экран здесь так себе. По факту я вам скажу, что за 140 долларов, учитывая, что, ну, как он впичкан всем полностью, то я считаю, уже вполне все идет. Окей, в плане и системы, и работы, в претензии вот не имеем. У нас есть и калькулятор, и снова включается FM-радио. И, ребят, и снова 3,5. Ага, а в Укителе вот нет. Вот тебе, знаете, все-таки уме сделано. Но вот честно, знаете, я для себя думаю, что все-таки защитой они чуть-чуть, ну что, лукавлят. И с ящиками у нас здесь в куча приколов включается и фонарик, что светится и срабатывает, ну, вполне комфортно, вдруг окажется интересно, и транспортер, и компас, термометр. Вот, ребят, я всегда, скажем, акцентировал, что вот это все хлам. Вот вам температура стола. Иногда вот именно из-за градуса, знаете, и заканчивается в тем, что вот люди в конечном итоге умирают. Из-за этого, знаете, лучше не использовать телефон в таких в целях. Умный ключ, это, я думаю, вы поняли, это включаете в кнопки. Тут я говорю, что включается и фонарик, там скриншоты, кто, знаете, что захочет, те включит. Умный помощник. Включается управление или кнопочками, или жестами, и запись экрана, и скриншот включается. Все плюшки, что вот есть, тут вполне окей. Измеряется температура экрана. Ребят, включаем по минимуму, по максимуму. Ну, экран тут, вот я говорю, вот действительно и красивый, и яркий. Знаете, хотелось бы примахаться, но вот нет. Единственное, чтобы купить для себя вот что-то поинтереснее, чтобы освещение было, в таком случае и включил бы вам и еще все другое. С вибрацией в первый в телефон, в который вот я ее вообще не чувствую. Я не знаю, или завеса в Укителе, ну так, ну знаете, вот есть предчувствие, что она тут есть. Тут вообще ну вот я ее вот не чувствую. И хотя включено прикосновению. Так, и снова я включил. Вот видите, ты стабильно будешь включать в те кнопки пальцами. Смотрите из настройками. Так, включаем флешечку, чтобы глянули, что читает. Из-за чего я ее включил? Чтобы вы услышали еще и что-то из музыки. Именно что. Из-за чего включаю, знаете, вот мне вписали вот многие, что динамики плохие. Скажу попроще, в динамик оказался, и снова я фонарика включил, динамик оказался еще круче, чем у Укителя, вот именно по громкости, и знаете, и находится там, где надо, что вы его вот не прикроете. Я впервые, знаете, мне кажется, что вступаюсь за компанию от Yumi, вот именно из Bison, это, наверное,
единственный из них из нормальных из телефонов. Еще, конечно же, из плюсов, что у нас есть включение к телевизору и самое, что главное, оплата с помощью телефона. Вот, ребят, у них есть там, ну, нормальные в целом телефоны, ну, так, для галочки, но там этой функции вот нет. Тут вот есть и в первом, и здесь, и в прошке втюхали в такую штуку. По аккумулятору у нас там вот лучше в конце, в тестах я вам включу. Я думаю, что будет поинтересней. Звук увидели и хранили сейчас спутники. Я их из-за чего-то выключил, ребят. Да, бывает и такое. Вот все мы вот люди в куяба. Я таки не понял, для чего эффективности от ее включения вот нет. И хотя в теории это типа ускорение идет там и игр, и всего. Короче, по факту, знаете, оказалось в полное в куяба. Вот так бы сказать, чтобы честно было. Ждем спутники. Здесь включился со скоростью звука. Я испытывать не хотел бы его. Включится. Ага. Сейчас. GPS. Ну, тут включился уже. И вы учитываете, что мы и в помещении, ну, оказываемся с толстыми и стенами, и прием вполне окей идет. Что у первого, что у второго. Скажем, для карт и с навигацией окажется вполне комфортно. Что же нам укажут еще датчики? Я думаю, что все-таки вот здесь, знаете, такая штука, что кому-то интересно. У нас есть и гироскоп, компас, датчик приближения, все включается и срабатывает. Вдруг кому-то кажется интересно, экранчик тухнет вполне, и общаться с людьми вполне комфортно. И, кстати, в динамик при записи еще и видео, микрофон вполне терпимый. В Укителе все-таки похуже. Оказалось, что я еще Укитель, ну, вы поняли, что делаю в такой ситуации. Так, что у нас и синтетикой, вот здесь уже чуть-чуть поинтереснее. Скриншоты. Я все-таки вот думаю интереснее, и для такой штуки у меня и снова таки Укитель вот есть. И смотрите, вот в какой прикол оказался в конечном итоге. Что по тестам именно? Я не говорю, что оно, ну, в действительности там показывает, что, куда и как вот есть. Вот по аккумуляторам и вот по аккумулятору. А что так тут светло? Сделаем темнее, чтобы в камеру вот, не сильно слепил. Ну что, думаю, что все увидели, в какое отличие. Тут экран в крупнее и там по аккумулятору, по памяти и не сильно отличаются они. Опять же, в таки у нас сделали мы в тест какой, ребята? Antutu, да? Где-то я его делал в самом низу, по-моему, или вверху. Нет, нет. О. И снова, вот, ребят. Думаю, все поняли. Я честно не знаю, что сделали у Кители, чтобы в такие цифры с таким процессором, ну, что сделать. Но получается отличие в цене в $50, но по факту он на кусочки его вообще, ну что, вот разрывает. По памяти, смотрите, в чтении в 4 вот раза считаю, что идет в цифры. Вот, ребят, как? Тут в 2, там 4. Это просто, знаете, избиение вообще и всего. Тест на тротлинг. Вот, ребят, в час сделал. И что-то там все-таки в компании сделать не то. Вы знаете, они стабильно, сколько помню, пытаются сделать классно, а получается дюмидиги, чтобы вы поняли, что я имел в виду. Снова тест был, там еще один тест, еще один тест, еще один тест. Я не знаю, ну, вдруг все-таки в кому-то интересно, Geekbench 5, снова таки, и скорость по памяти. Это просто печалька. Здесь тоже по аккумулятору в печалька. Я знаю, что тесты вот не имеют значения, поэтому что мы делаем? Испытываем игры сейчас. Или давайте со старта включаем танчики, а там по ходу дела. Извините, я сейчас спущу чуть-чуть штатива.
чтобы изображение. Вы увидели и за компанию еще и скорость включения игры. Используется, естественно же, в телефон и интернет. Я акцентировал, что использую только в телефон и интернет. Вот я не знаю из-за чего, у нас и с пингом конкретные проблемы идут. Вот единственное, сделать вот так, чтобы было, показывалось еще сколько по кадрам в секунду. Установочки, графика, и смотрите, с какими установками вот мы включили игру. Самое главное, в текстуры и скачки, вот единственное, я там не включал 16x, вот, я считаю, что глупо. И снова попытаемся испортить на втепе, нет, тут у нас все окей, стандарта включаем. Знаете, вот все излятся, что и сливаю в катки в танках. Извините, знаете, когда ты пишешь в прикамере, то это, ну, не слишком комфортно, честно играет. Впечатление от двух в телефонах вообще вот так. Честно, знаете, и с тем комфортно, и с тем комфортно было. Сказать, что плохо было мне с Юмидиги, вот нет, ребят. Сказать, что плохо с Укителем, вот нет. Сказать, что плохо с Реалми, тем более, вот нет. Единственное, что просто, знаете, вот надо отталкиваться, самое главное, от такой штуки, что у вас в телефончик, что в FPS так плохо в 55? Смотрите, по графике у нас в печалька в пацаны идет, и конкретнейшая. Тут их надо старта лупить. Привет! О, блин! Ну. Как? Ой-ой-ой-ой. В чем прикол? С таким в процессором должно было все быть идеально, а здесь все спустилось. А не ж, тут в G 80. Нет, то и секундочку. То ж я ж делал игровые в тесты, где и шло идеально. Это просто ужас. Я думал, что все-таки будет покруче. Извините, вот, ребят, ну, знаете, я просто, вот, честно, вот, не успел поиграть. Ну, так, вот, вот знаете, вот, если вас, то еще на S8. У меня там статистика вообще печальная, так что будем окончательно уже, знаете, испортим вообще всю картину. По камерам, примеры и фото и видео, гляньте все-таки в конце, извините, ну вдруг окажется кому-то интересно. Но по стротлинг я в шоке, честно. Я на Укителе включал и 60-ка, ну взрывы там были, и спускалась чуть-чуть FPS. Черепаха, твою дивизию успел. Пам-пам-пам. И снова. Ой-ой-ой-ой. Да, с такими спасами, конечно, стреляться. Так, и тикай, 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 тикай. Ай. Ух ты, в кусок шоколада. Тебе в команда, блин. На. Так, FPS показывается в 55. Ребят, ну, я не знаю, надо включать по минимуму, чтобы было. В таком случае вы комфортно будете играть. Я в шоке, честно. У меня были в телефоны, где я играл конкретно в получше. Смотрите, просадка 25. Пауза. И включаем... Естественно, еще одну игрушку. Вот, ребят, тут я не увлекался. Стандарт идет по графике, потому что, знаете, процессор слабенький. Я вообще, честно, в шоке, как так все испортить. Знаете, вот все-таки вот Юмидиги. Не, я не спорю, что, знаете, они попозже исправят. Вот в чем плюс компании, они все-таки исправляют. Но... С таким и с процессором 150 в тысяч, при том, что у меня был Vivo Y53S, где было там 230, по-моему,
28 тысяч, то мне кажется, чуть-чуть смешно, да? Да. Ну и смотрим сейчас асфальтик. Нет, вот тут, кстати, изображение изумительное. Я не знаю там, что у вас по картинке, но именно за счет экрана это просто вообще бомба. Блин, песок. Опача. А что я вычисляю? Ну смотрите, а тут игра вас идеально. Не знаю, что дальше. Идем в PUBG. Так, ребят, ну и конечно же включаем игру PUBG, чтобы увидели, что с графикой у нас идет. И смотрите, что там было в Dimensity 700, и что здесь. Ну, в теории, типа игровой процессор, я считаю, что это, знаете, прикол в большинстве. Это не игровое 100% решение. Тем более я смотрю, что и тротлинг, оптимизация здесь для работы идеальный в телефон, не спорю. Но для игр, я не знаю, сейчас еще увидим, что же окажется PUBG. Я думаю, что все-таки для кого-то окажется в конечном итоге интересным. Извините, я знаю, что тесты долгие, но я сделаю в тайм-коды, чтобы вы глянули для себя просто и примеры, и фото, и видео, игровые тесты, и сама вот распаковка. Знаете, честно, эмоции в такие в телефоны уже у меня вот не вызывают. Потому что Уми уже она испортилась окончательно. Изначально вот все мы их любили. Теперь это больше, знаете, я даже не знаю, как вам сказать культурно, вот чтобы, знаете, и плохо вот не оказалось сильно. Но стреляю, зато я быстро. И прицелюсь. Ну и девы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Hello, hello, what's up? О, пиво есть, кстати. Видите, хотя бы в чем плюс, бутылку пива нашел. Прицел. Знаете, еще бы ушатать, кота, кстати, включается, если захотели от первого лица. Вот, есть люди, кто так играет. Я так понял. Это мне в спину их какая-то гнида стреляла. Или что? Попух. Где вы, пацаны? Я к вам иду. Сейчас помогу. Если что. Да чё ж ты попадаешь на прицел? Кстати, изумительный экран, пацаны, идет. Вообще, просто сказка. Так, одень. Опачки, я спрятался. Ага, это спину стреляет. Опа, обходим. Привет. Блин. Ай, ай, сбоку. Туда, туда. Ну, идею все поняли, что в любом случае вот я умру. Да. Да. Так, ребят, игра, конечно, интересная. Знаете, вот есть же люди, кто в нее играет. Упустили мы что, естественно же, по камере. Все-таки вот есть же люди, и я уверен, кому окажется интересная такая вот штука. Вот видим, естественно же, что чуть-чуть притормаживает. У нас есть функция искусственного интеллекта, вот ребят с пикселями, вот с ихними, что китайцы вот любят. Смотрите, включается 4 к 3. Я надеюсь, что, конечно, все увидели, 16 к 9 идет, ухудшается. Естественно же, узнать, в какой из сенсоров здесь используется, вы вот не узнаете. Камера снимает
И в портрете, кстати, у нас и такая штука, и съемка в темноте, но эффективности, честно, ее я вот не увидел. Из видео в качество, естественно же, Full HD идет и стабилизации вы вот не видите, есть функция в красиво от лица. Из селфи 24 пикселя в китайцы указывают. И, кстати, знаете, вот единственное, что по качеству печалька тютелька в тютельку идет, но изображение вообще вполне, ну что, классно идет. Стедикэм и в теории еще все окажется и, ну, покруче. Искусственный интеллект спасает, ну, в любой ситуации, по качеству, чтобы вы увидели, вот сколько там у нас пикселей, но снова акцентирую, гляньте, вот лучше в примеры и фото, и видео. Сейчас как раз испортилась погода, в конечном итоге вы увидите и как снимать и в помещении, и как, ну, в любых условиях. Если итог, вот, ребят, у нас за классную стоимость идет 150 долларов, я считаю, для такого телефона эта цена вполне окей. У нас идет оплата с помощью телефона, у нас классный процессор, у нас по памяти и запасам, и защита IP68, 69 и Military Standard. Камеры вполне окей, и шикарный экран на ту стоимость, что он стоит. Из минусов его, это компания-изготовитель. Вот, ребят, Юмидиги — это самое дно, что вот существует вообще в целом вот в мире. И те, кто их хвалит, это полные умнички. Ну, вы поняли, что я хотел и сказать. Телефон классный, вот реально. Но как он служить и вести себя в дальнейшем будет, я ничего не могу сказать. Знаете, из Realme там ты купишь Vivo, ну, что-нибудь из BBK, ты уверен, что там в качество идет. Тут ты вот, я гарантировать этого не могу. Извините, что долго было, но я пытался и старался для вас. Всем спасибо. Смотрите примеры фото и видео. Okay.
телефон, зайти с Китая, мы испытываем телефон от компании YumiDigi. Юми, как ты там, что? Знаете, что самое смешное, что он в конечном итоге, вот я не знаю, в камере вы увидите, он увидел лицо игрушки. Вот здесь им тоже в плюс. Внутри Pro, всем привет, ребята, вы на канале Языки с Китая, мы испытываем телефон от компании YumiDigi. Стало темнее, так думаю, будет изображение в пол хуже. Но знаете, вот в чем... Привет, Слава, всем привет, ребята, снимает и пишет телефон YumiDigi. Качество Full HD 30 кадров в секунду. Вот знаете, я специально выбираю такие условия, чтобы была полная темнота. Я думаю, что и для вас интересно, знаете, те локации, что все показывают, там и снятые с штатива чуть-чуть вот нету стабилизации, здесь, естественно же, вот нет. Камера в любом случае для этого телефона вполне окей, но ошибается искусственный интеллект и все полностью. И звук ужасный. И снова всем привет, да, так снимает и пишет YumiDigi J Bison, блин, Pro, извините, с названиями запутался. Самое главное, чтобы вы увидели качество Full HD, 30 кадров в секунду, просто про изменение освещения и видео специально пишу в темноте. Знаете, экстрим иногда в жизни вот не помешает. Всем спасибо, мир, пацаны.